Затем он залез, взял с собой шланг. Шланг? Так. Протянул его. Резиновый шланг? Да, резиновый шланг. Отсюда и вот так мы начали наполнять бочку. Наполнилось, и как бы я вижу, что она уже начинает сейчас пойдет через край, ну, из Все, закрывал крышку и вставлял другую бочку. Причина, по которой вы перестали наполнять бочки, есть какая-то? Причина, ну, так как у УАЗика было уже колесо чуть ли не на ободе, и выгнулись рессоры. 12-13 бочек. Все. То есть 4 бочки в длину и 3 бочки в ширину. Итого влезет сюда 12 бочек. И так по порядку все бочки спускаем. Все, понятно. Затем, после того, как спустили все бочки. Затем обратно убрали, закрыли порт. Все, и отправились отдавать УАЗик, ставить на место.